И у нас в студии следующие гости. Это группа «Кошки» академика Павлова и их солистка Алена. Я вижу бескрайний голубой простор. Это океан. По океану идет маленький белый корабль. Большой. Большой. Большой маленький белый кораблик. С волны на волну, с волны на волну, с волны на волну. Простите. Ну, кто здесь? Это я. Это вы. А я так одинока, ведь артисты всю жизнь проводят на колесах. Забавно получилось. А сейчас я хочу для вас спеть нашу любимую песню. Можно? Нужно. Звенит стекло. Ночь в окне белым бела. Это я к тебе пришла. Твоя глотке, в каждом плавленном сырке.